Чрезвычайный полномочный посол КНДР в Российской Федерации товарищ Ким Хэн Джун посетил Институт фундаментальной медицины и биологии с целью развития сотрудничества между Россией и Северной Кореей в сферах образования и науки. Цель приезда чрезвычайного полномочного посла Народно-демократической Республики Корея ознакомительная. Посмотреть потенциал Казанского университета, посмотреть на возможные направления сотрудничества. Вот. Мы рассказали об университете, какие у нас есть институты, чем они занимаются, какие есть возможности для научных исследований совместных, образовательных программ. Ну и в качестве примера вот показали Институт фундаментальной медицины и биологии, симуляционный центр. Вот. Господин посол очень был впечатлен. В ходе экскурсии было продемонстрировано техническое оснащение, обеспечивающее превосходную подготовку будущих врачей. Симуляционный центр впечатлил высокопоставленного гостя. Здесь представлены макеты человеческого тела, максимально приближенные к реальности, а также множество симуляторов хирургических операций. В планах создание еще более высокоточных макетов и программ, учитывающих даже индивидуальные анатомические особенности. Посол отметил, что сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской сферах будет взаимовыгодным. Следующим шагом станет внедрение программ студенческого обмена. Ксюша Цзэн, Ленардо Влетьяров, Универньюз.